Многие клиенты, приходя за покупкой техники «Штиль» или «Викинг», не знают о их гарантийных возможностях. И сегодня мы попытаемся исправить это досадное упущение. Придя к официальному дилеру, купив технику «Штиль» или «Викинг», они обязаны сказать вам о удвоении гарантии на данную технику. Для этого необходимо зарегистрировать купленный продукт прямо в магазине. Официальный дилер обязан вам выдать именно такой гарантийный талон, в заполненном виде, конечно же, а также документ, подтверждающий регистрацию данного продукта. В этом документе должна быть прописана организация, продавшая вам данный продукт, серийный номер и дату окончания гарантийного срока. Проверить, сделали ли вам 2 года гарантии, можно, написав письмо на почту info@stil.ru. Если нет, то вы можете провести регистрацию сами. В течение 1 месяца со дня покупки напишите письмо на почту, которую я назвал ранее. Я ее оставлю в описании под видео. Приложите к письму фотографию чека для подтверждения покупки. Укажите серийный номер купленного агрегата, вашу фамилию и имя, а также номер ID или адрес магазина, в котором вы приобрели данный инструмент. После этого вам на почту должно прийти подобное сообщение. Там будет находиться документ, подтверждающий регистрацию. Эта процедура дает большое преимущество. Во-первых, увеличивает гарантийный срок с 1 года на 2. Во-вторых, если вы потеряете распечатанное подтверждение регистрации или гарантийный талон, или даже чек, информация о регистрации сохранится в системе. Принеся агрегат на ремонт дилеру, он без труда сможет проверить регистрацию агрегата по его заводскому номеру. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Или звоните по телефону горячей линии «Штиль». Сам не раз туда обращался по многим вопросам и получал толковые ответы. Всем спасибо за просмотр, удачных покупок!